не меньший вред обществу сегодня наносит общий депрессивный информационный фон. Зачастую он определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека. Цензуры быть ни в коем случае не должно, но должны быть авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Я хочу, чтобы вы понимали, я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому, что, вот понимаете, я такой демократ. Ничего подобного. Я исхожу из прагматической точки зрения. Все это бесполезно. Время изменилось. Сегодня невозможно никого закрыть. Почти половина населения сидит в интернете, и они там это все видят, и там особо не закроешь.